Ребят, мне там в ролике упала просто куча разных всяких сетов, и я их все разыгрываю. Все условия есть, конечно, в конце ролика, ну или просто в описании. Три подписки, комментарии и итоги через неделю. Приятного просмотра. Здравствуйте, дамы и господа. Мы приобрели Winter 2017 Battle Pass, и сейчас посмотрим, что ж в нем падает и что в нем вообще происходит. У нас есть сокровищница, зимний ландшафт, это всегда приятно, билет на стадион, хорошо, и пак с карточками игроков, как я понял. Так, потом дальше у нас будет Emotion пак, эффекты фонтана какие-то бесполезные, эффект телепортации, но опять же они потом пропадут, так что они нафиг не нужны. И еще одна сокровищница. Так, а дальше, как промотать? А вот, промотал. Так, потом развод от Габена, потом опять какие-то карточки игроков. Ну, что-то на самом деле не очень интересно. Пока что мне не очень нравится. Если хотя бы с релай будут падать арканы, то я согласен. А так что-то мне не нравится. Вот это вот вообще, конечно, ну, таунт давать, которых будет через 2 недели у всех миллиард. Спасибо. Так, ладно. Что это такое? Догон эффект. Вот эффект на догон, это было бы интересно. Можно за Никса поиграть, еще там за кого-нибудь. Но они тут уже все, они на все эффекты сделали. Не, ну это красава, конечно, хорошо. Так, давайте посмотрим, что здесь происходит, где, как. Так, тут у нас какой-то тренд стоит. Тренд интересный. Ну, тут я бы не сказал, кстати, вот эта вот штука забавная, непонятная какая-то. Так, второй стиль, второй. Так, второй вообще какой-то розовый, синий. Ну, ладно, сет на тренд, это, конечно, блин, тут вообще классный. Сет на Трента неплохой, жалко, что я за Трента не играю. Давайте посмотрим, что за сет на... О, на Зевса. На Зевса это хорошо. Так, ну, на самом деле что-то такое. А второй? Ну, второй... Вот они какие-то розовые, ну что это такое, серьезно? Какой розовый Зевс? Розовый Трент, это смотрелось прикольно. Зевс что-то мне на самом деле не понравился. Не знаю, как вам, но, по-моему, какая-то вообще шляпа. Так, тут у нас какой-то антимаг из барбершопа. Посмотрите на его модную прическу. Не то, что в прошлый раз, когда мне она не понравилась, я говорю, что это за херня у антимага на голове, когда он в образе Иллидана был. А здесь его, короче, подстригли. Ну, не знаю. Лучше бы уже Иллиданом был. Мне, на самом деле, из этих всех понравился сет на Трента, как вы поняли. Ну, на антимага прикольный, но это, ну, дичь какая-то. Ладно. Давайте подкрываем наши сундучки, посмотрим, что здесь как падает. Что здесь за сеты у нас? Опа, интересно. Ну, тут, ну блин, тут все китайщина какая-то. Я понимаю, конечно, что ивент в честь китайского Нового года, но, блин, тут прям вообще. Так, ну вот драконы какие-то сразу. Вот этот чувак. Так, дальше. Вот этот чувак прям вообще китаец. Это тоже. Это, блин, вообще Monkey King. В Monkey King'а тролль переоделся. Так, вот, Эмбер красивый, ничего не скажу. Ну, вот этот мне тоже понравился, неплохой, да, и вот этот. Ну, это херня, это nice, это странное что-то. Вот это интересно, не знаю, как она, бедная, визажно летает под всеми этими бронированными херовинами. Так, это что вообще? Это Вич-доктор, я его не узнал даже, думаю, что это за герой такой. Это Вич-доктор с поломанным рогом, ну, хорош, Вич-доктор интересный. Так, Паджик какой-то, фу, как какой-то император китайский. Очень редкая, ну блин, ну как обычно, очень редкая какая-то херня. Так, и Феникс. Феникс, конечно, интересный, видеокарту всем выжигает своими крыльями. Просто глаза болят уже от него, прям только посмотрел. Ну ладно, две штуки, я уже одну сразу купил на прозапас, потому что мне кажется, с первого мне ничего не упадет хорошего, так точно. Но я думаю, что надо купить будет штук 5 хотя бы, чтобы поинтереснее было. Так, Феникс, надежда умирает последней, останься со мной, нет! И фух, ну хоть не тролль, тролль вообще как бомж выглядит. Так, хорошо, открыть еще, открываем. Кстати, ребята, я разыграю, наверное, все эти сеты, поэтому смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как обычно. Так, нет, ну, кстати, хорошо, мне нравится. Так, купить еще 3 штуки. Есть у меня бабки на 3 штуки? Да, есть у меня бабки на 3 штуки, покупаем. Да, хорошо. Открываем. Мне нравится вот эта вот анимация. Я, конечно, понимаю, что как только я нажал, уже шансы просчитались, и уже понятно, что мне выпадет, но мне хочется посмотреть. Так, очень редкая, пожалуйста, Феникс, или хотя бы Пудж, он хотя бы всем нравится. Феникс, братан! Тролль, уходи! Что это? Посмотрите на его лицо. Дайте мне приблизить это. Что это? Кто это такой?
Что это баки какие-то небритые? Господи, все. Хватит на это смотреть. Какой ужас. Вот сет на тролля просто какая-то херня. Не знаю, кто это сотворил, надеюсь, его уже уволили. Так, на Клинкс. Не, не на Клинкса. Ну, на Лича. На Лича тоже беспонтовый, на самом деле. Давайте еще один открываем. И, пожалуйста, сейчас на Феникса. Вот на Феникса. Не надо мне. Ну, на Пуджа хотя бы, ну, давай. Ну, и этот чувак в шапке, конечно. Какой-то непонятный султан пришел порабощать Русь. Монгольский полководец, скелет воскрес в 2017-м. Ну, херня какая-то на самом деле. Вот понравились мне, то, что мне понравилось, то мне пока не упало. Ладно, давайте еще купим. Давайте еще купим 4 штучки, чтобы 10 баксов еще просадить. И посмотрим, что упадет в этот раз. Так, 4 последних 4 сундука. И давайте крутить. Если сейчас не выпадет что-то редкое, то я просто не знаю, что это будет. Это просто будет, ну, изи минус куча бабок. Ну, Пудж, ну куда ты? Ну, последняя надежда. Ну, еще 3 последних надежды, и все. Больше никаких уже не будет. Давайте. Феникс, давай. Вот каждый раз я думаю, что сложно мне что-то более беспонтовое, но падает какая-то херня, да. Думаю, не, вот сейчас уже хуже не может упасть. А не, может. Так, ну Феникс, пожалуйста, Пудж, кто-нибудь, Феникс или Пудж? Феникс или Пудж? Пудж, нет. Да, спасибо большое. Второй полководец уже, да. Ну, отлично. Сколько мы сетов купили, я не знаю. У нас просто все их миллиард сетов. Поэтому да, класс. Ставлю Лукас, подписываюсь на канал. Я не знаю, ну, ребят, никогда не покупайте сундуки в Доте, это полная херня. Вам ничего хорошего не выпадет. Все эти сеты будут стоить по 30 центов, а я за них заплатил по $2.5. Поэтому, ну, вы понимаете, да, что вложение очень выгодное, если вы гейб. Если вы не гейб, то не очень. Ну и, ребята, как и обещал, розыгрыш. Абсолютно все, что мне упало, я разыграю среди тех, кто оставит под роликом коммент, подпишется на мой канал по CSGO, мой канал по рулеткам и на моего дружаню I'mOkay. Все ссылки прямо в описании, все 3 клика, и через неделю я выберу победителя, который лутнет абсолютно все эти сеты. Итоги будут на этом канале. Все, всем спасибо, никогда не открывайте сундуки в Доте, и до новых встреч.